Так, номер Ибис Редута Варшава, да? Так, значит, что тут? Замки электрические. Парковка у них подземная, платная, теплая, сухая, да? Да. Вот. Не совсем сухая, там копыт. Копыт? Да. Ну, там сырость у него не сухо. Что ты мне тут гонишь, блин, отвалить? Давайте снимать. Так, тут телевизор. Кровати, подушки стрёмные. Кровать, походу, застиранные, да, как тут это называют, летучие, да? Что тут матрасы на матраснике? В прошлом, кстати, а тут тоже говняные на матраснике, надо их снять. Вот. В прошлом, кстати, этом, как он там назывался у нас отель-то? Аманы. Стрёмные были на матраснике, и было холодно. Вот, так что надо будет туда отзывы добавить. Так. Пыль здесь вот наверху только не протерта. Вот если где телевизор тут, то эти все там пыль все вытерта. Что тут еще? Вид вон тут на улицу. Вот. Что тут телефон? Полотенцев тут почему-то нет. Тапчик нет нигде. Да, и самый неприветливый персонал. Да, и самый неприветливый персонал. Говорят на польском. Да. Ну, нам, в принципе, и так понятно, что мы не дебилы, да? Мы можем и по-польски, понятно. Обогреватель здесь он стоит. Только он для душа полотенце какой-то, ноги и все. А для рук нету чего-то полотенца. Идиоты, да. Так что, так, ну, зато машина там в сохранности. А, рядом там еще торговый центр. Блю Сити, там можно пожрать, если что. Вот так.